Господи, у меня сломаны ноги, и я бегу не пойми куда. Это Arma 3, Battle Royale сервер, и меня, наверное, шлепнут сейчас, потому что я не знаю, куда бежать мне. А, у меня сломаны ноги, немножко, бегать могу, это незначительно для меня. А бегать, главное, чтобы бегать мог, а хп-то мало. Хотя какая разница, все равно меня с одного пука убить можно, не знаю, с одного дуновения ветра. Но это не важно, потому что я какого-то чувака уже убил с пукалки по имени. Господи, с таким звуком открывается, с таким противным звуком. И я не знаю, что делать. Ой, это что, гранатомет? Сейчас мы повеселимся. А, нет, не повеселимся, он смоук-гренейдами стреляет. Ой, там бомбят, Донбасс, не надо. Так, ой, бомбят, Донбасс. Украина. Где мы вообще находимся? Ой, мы в эпицентре бомбежки. Нет. Все, слава богу. А, значит... Я уехал вообще хрен пойми куда с этого круга, где бомбят-то, не знаю. Хрен пойми с этого круга, упал со скалы, это, у машины оторвало два передних колеса, и мне пришлось бежать пешком на больных ногах. Вот какой я бедный весь, бедный и несчастный. А, вот так. Придется мне на своих двух ножичках топать так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк своими ножками, так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Жаль, я поначалу не начал снимать, потому что это было захватывающе и интересно. И, собственно, я тут пока ничего не наблюдаю вообще. Вот я залутался, как вы видите, уже неплохо так, да? Неплохо. И мне теперь надо куда-нибудь бежать, но хорошо было бы, если бы я нашел транспорт какой-нибудь. Это немного напоминает Days, только в армии 3. Да. Значит, Battle Royale, да. Ой. Вон, смотрите, вон. Это что? Аирдроп! Мне нужен этот аирдроп сейчас же. Вдруг там есть аптечка, и я смогу снова бегать нормально. Так, кто тронет мой аирдроп, тот получит морду. Ну или я получу морду, потому что я инвалид и не умею бегать быстро. Ну ничего, аирдроп там дымить будет, а я к нему успею пробежать. А если мой аирдроп разбомбят там, пока я добегу? Ну или в меня попадут, не знаю, мы же на Донбассе находимся сейчас. Вот. Все, бомбят! Прям как у моих хейтеров. Ну, вот так, да. А, значит, сейчас мы добежим до туда, попробуем. Вон там три огонька эти, это вообще какие-то сферы. А эти... Блин, я забыл, как они называются, сферы. Ну ладно, не суть. Энергосферы какие-то, знаете, летают, типа, ну, паранормальная хрень всякая. Все, я увидел, где аирдроп, и сейчас со стороны пошмалякаем, посидим на ножках наших, отдохнем немножко, и пошмалякаем, да? Главное, чтобы наш аирдроп никто не забрал, а остальное же пофиг. Сдохну. Зато я смогу спать спокойно с тем, что я смог таки забрать аирдроп. Да. Я смогу спать спокойно тогда. А без аирдропа. Не-не-не-не, вы что, не добежал до аирдропа, не взял. Фу, лох, все. Меня будет мучить совесть. Я буду просыпаться среди ночи. И такой. Ты не забрал аирдроп. Я такой в холодном поту проснусь, такой, господи, зайду в арму такой и возьму, попробую взять аирдроп, но все тщетно, потом зайду в редактор армы, там поставлю аирдроп и такой, буду довольным собой. In 5 minutes play will be raised to the array inside the blue circle. Окей, Blue Circle. Значит, аирдроп сейчас я хапну, опа. О, а там еще один аирдроп. Ну, пускай, все, тот аирдроп, вы вообще берите. Мне не жалко, у меня свой есть. Вот если, не дай бог, я прибегу к нему сейчас, и меня грохнут,
это будет просто фейл из всех фейлов на фейл-планете. А, кстати, вот ночью мне более нравится играть, потому что ну, никто тебя не видит, ты как негр черный, хотя мой персонаж правда черный. Ну, я же негр-админ. И мне скинули какой-то био-толчок, не знаю, как это назвать. И его вообще можно открыть? Блять, вы что, стебетесь? Я что, нельзя открыть? Господи. Ой, там Донбасс, Донбасс. Вы стебетесь? Правда его нельзя открыть, этот аирдроп? Ёкарный бабай. Господи, вот да. Значит... А! Нет! Где я? Куда бежать? Ай-яй-яй. Тут же сейчас меня разбомбят. Мне, короче, надо куда-то бежать. Ну пофиг, все, я добежал до своего аирдропа и... Все, я доволен собой. Теперь я смогу спать спокойно. И я буду убегать так, и... Сзади меня просто крутые парни не смотрят на взрывы, и все. И все тут. Ой-ой-ой-ой, в кустах запутался. Не надо меня так путать, в кустах. Да, все-таки симулятор армии. Вот когда пойду я служить в армию, скажу такой: а я вот в армию играл, я знаю, где все, где аирдроп и все-все-все, где раки зимуют. И мне такие: молодчину. Такие: все, можешь не служить. Ну я такой: ну я хочу служить. Такой: нет, ну я хочу служить. И меня... И мне ничего не сделают. А, собственно, я сейчас, возможно, смогу показать машину, которую я расхерачил по дороге сюда. Потому что я где-то с того склона скатился. Не знаю, как я еще на своих больных ножках бегаю. Мой персонаж, наверное, мазохист, раз любит бегать на ножках поврежденных. Вон на них, вон. Видите, кетчупом измазал. У меня же все-таки канал такой... не жестокий, ни с убийствами, ни с мясами, ни мутюками, ни убийствами, ни голыми сиськами. Ну, хотя последнее было бы неплохо, но раз YouTube запрещает, так... Поэтому это будет не кровь, а кетчуп, понятно? Кетчуп. А, вот, все, измазался кетчупом специально. А, так, а какой мне нужно предъявить аргумент, чтобы сказать, мол, почему я так медленно бегаю? А, я на прогулке, во, конечно. Ой. Что это было? Скример какой-то вылетел черный. Не, я не расист, это в прямом смысле этого слова. Знаете, это чем-то похоже на Days, только Arma 3 и... Тут нет зомби. Не, может на некоторых серверах и есть, если какой-нибудь аддон-то установить. Но так я их не вижу. И, господи, бедный мой чувак, он... Просто страдает, прости меня, пожалуйста, я не хочу тебя загонять. Я не знаю, зачем я бегу в эту гору. И я абсолютно не умею ориентироваться на местности. Вот попади я в лес, я сдохну там нахрен. Нахрен сдохну. Но то, что я играл в рейк, это говорит обратно. Так, опять Донбасс, бомбятся. А Донбасс на этом, как он там называется, этот остров. Ой, 60 секунд, я сдохну. А, ну вот. На, господи, я забыл, как остров называется, Стратис, на Алтисе, его, Алтисе. Донбасс на Алтисе. Господи, я в кустах запутался. Негр, ты не срать сюда пришел играть. Так, не смотрите на то, что ухо белое. Он в душе черный. Он в душе черный. Так, и давайте посмотрим. Блять, я вообще не туда побежал. Ну да насрать, давайте последние секунды своей... жизни никчемный, посмотрим на взрывы и на аирдроп, который я так и не смог взять. И постреляем по нему. Кстати, поганый аирдроп, чтоб псы чмырили. Ночью. Опа! Там чувак! Сейчас я его напоследок-то прихерачу. Ой-ой-ой. Господи. Я не умею абсолютно стрелять. Все, и снова. You are outside the play zone. Все. Все, я сдох. О, еще один аирдроп. Давайте собьем его. Это Аллах Акбар. Окей, все. Нет. Ну все, Hungry Nigga умер. Вот так вот, это печально. И меня изгнали из игры, самое интересное.
Всем пока. Никто не любит негров. Никто. Суки.